Оглашен приговор бывшему начальнику шымкентской колонии. Его обвинили в получении взятки. Суд проходил в Альфа-Арабийском суде Шымкента. Экс-начальника колонии приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии ИЧ-167/3, больше известной как 31-я зона, он вымогал у осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание для 6 заключенных и ускорить их условно-досрочное освобождение. 12 жен Узбекова полностью доказана. 6 заключенных и другие свидетели есть. Суд установил, что его вина полностью доказана. Приговор еще не вступил в законную силу. Пока не ясно, будет ли защита осужденного обжаловать решение суда. Стоит отметить, что сам экс-начальник колонии за все время процесса так и не признал свою вину.